Смотрите. Чудно, дорогой. Значит, это доктор врал. Доктор? Он сказал, что у нас плохой баланс. Но Гомес опроверг этот бред. Верно. Кстати, наверное, пора мне тренироваться с ножами. Братец Ит. Узен, что случилось? Все улюлюкали на твоем выступлении? Вау, хороший знак, друг. Ты превосходно играешь. Остановись, братец Ит, ты вовсе не убогий актер. У тебя талант, знать бы к чему. Ну, кузен, может, ты приляжешь отдохнуть? Я бы дал ему сыграть Гамлета. Он ведь так старается. Ему нужно проявить себя в чем-нибудь самом уникальном. Идея. Есть пьеса для него. Нет. 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 Она должна быть здесь. Осторожнее. Вот она где. Смерть, гибель и крах. Пьеса комедия Гомеса Адамса. Я очень хотел стать драматургом. А расхотел, почему? Неважно. Можно поставить пьесу и дать Итту главную роль. Гомес, это великолепно. Только нужен режиссер. Да. Причем новый, лишь начинающий. И с этой пьесы начнется взлет его карьеры. Алло, Стивен Спилберг? Предлагаю вам пьесу. Мы семейка Адам, словная нам по нраву. Жизнь загробная, ну и все тому подобное. Ужасная мерзкая. Лохматая, сгенский и ласковая дядская. Мы Адам со семья. Мы семейка Адам, словная нам по нраву. Жизнь загробная, ну и все тому подобное. Новая семейка Адамс. Завтра. Дорогая, я наконец нашел того, кто нам подойдет. Эд Люмей. Эд Люмей? Эд Люмей. Тише. Это успех. Надо разузнать о нем. Зачем? Тогда я ему поверю. Но это же Эд Люмей. Смерть где ты? Каберне? Его непопулярность очень выгодна нам. Да, это верно. Да. Поверь, крошка, он абсолютно свободен, и я уверен, что он мечтает об этой пьесе. Я никогда не соглашусь на это, мисс Фрей. Долги нужно оплачивать уже через месяц. Oh. Вы не работали уже 8 лет. Подумайте о славе. И репортерах. Нет. И о плате. Они дают 100 тысяч. Что ж, мы готовы. Перестаньте уже реветь. Мистер Адамс сказал, что у него есть актерский состав. Мартиша играет Белфузу. Пагзли играет няню Кэтрин. А не лучше ли отдать Венсди эту роль? Я хочу тише, чтобы Венсди играла призрак. Ну, Венсди очень хочет играть няню. Люблю детей. Ты права. Гомес, а я играю Рэнкла. Рэнкл? Этот лысый синекожий маньяк, до смерти обожающий возиться с бомбами. Прости, Фестер, это не для тебя. Я думал о братце Ите. Что? Справишься, братец Ит? Здесь нужен настоящий актер. Это великолепно. Я полагал, что эту сложную роль ты отдашь, скажем, мне. Нет, братец Ит подходит, но ты будешь его дублером. То есть, если с ним что-то случится, то я буду играть Рэнкла. Ты прав. Пойдем, братец Ит, нам надо в склеп. Я дам тебе текст. Милый, я думаю, кузен Ит наконец счастлив. Что ж, я очень рад за него. One more time. But with feeling. Oh,
children, will free you from your bondage. But first, let me give you some wounds so I may heal them. Very convincing, Wednesday. It's not in the script. I know. Знаешь, мистер Люмей скоро приедет. Надо собрать остальные. Да, верно. Звали. Позови братца Ита Ларч. Вышел. Ничего, тогда Фестера Ларч. Тоже. Что? Тоже будет Рэнклом? Я. Да, видишь? Они в склепе. Спасибо, вещь. Еще раз. Фестер, сейчас не время спать. Спать? Ларч запер меня здесь, чтобы самому играть Рэнкла. Честно? Во Ларч дает. Приехал ваш толстяк. Милости просим, мистер Люмей. Я Гомес, а это моя жена Мартиша. Мы вам очень рады. Взаимно. Это мой менеджер, мисс Джейн Фрей. А я Фестер, звезда сезона. А я Джеймс Кэмерон, король мира. Фестер, где братец Сыр? О, так вы еще не в курсе. Он уехал на сафари. Итак, давайте обсудим детали. Так я думаю, моему герою нужно чаще появляться на сцене. Милый, что это? Может, бабушкины штучки? Мистер Люмей, позвольте представить вам главного актера. Ит Адамс. Итак, поехали. Милый Рэнкл, увы, ты должен немедленно уйти, потому что вернулся мой отец. Нет! Это плохо? Это плохо? Да! 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 Мне нравится. Звучит просто отвратительно, ведь это ужасно! Ужасно! О, мистер Адамс, очень, очень прошу вас снять его с этой роли. Мистер Люмей, вы его обидели. Вам надо попросить у него прощения. Что, простите? Мне? Так, мисс Фрей, мы уходим. Эд, это твоя первая работа за долгое время. Перестань. О, нет. Меня никто не остановит. Если речь братца Ита замедлится, вы его оставите? Нет. Алло, мистер Люмей, это звонит один из ваших кредиторов. Ну ладно, но если это злосчастное подобие пекинеса так и не заговорит по-человечески к завтрашнему утру, я смываюсь. Ларч, ты производишь на него впечатление. Так, вперед. Карл у Клары украл кораллы. Ты только послушай. Не выходит. Брось, ты справишься. Just trying to help. Gomez, I do remember reading that if you put marbles in your mouth, it gives you a nice round tone. Great idea, Kirita. Use mine. Here, cousin It. Put these in your mouth. Now, the Dane in Spain... Delicious. Cousin It, you're not supposed to eat them. Now here, let's try again. Kirita, you know what you do to me when you steal my marbles? Try it again. Карл у Клары украл кораллы. Карл. Матери бессмертна. Кораллы. Ит! Ты это сделал! Карл у Клары украл... Сначала. Карл Клару украл кораллы. Бог мой, он сделал! К
Красивые какие ромбики. Когда я увидел те гниющие трупы, разбросанные по полю, я вспомнил о тебе, моя любимая. Прелестно! Это прелестно! Милый Рэнкл, смерть уже близка. Давай веселиться. Куда ты пошел? Простите, но репетиция окончена. Верно. Но наша Белфуза еще даже не сгорела. Слушай, старик, ты говоришь не с крестьянином. Я великий актер, и я решил, что репетиция закончена. Он становится абсолютно невозможным. Это великолепно. Кузен Ит. Братец Ит. Братец Ит. Пора репетировать. А, это ты. Думаю, тебе стоит знать, что я тут кое-что поправил в твоем тексте. Кое-что? Монолог? Да ты тут все переправил. Пришлось, малыш. Я всего лишь вырезал тех, кто прервал мой текст. Теперь о рекламе. Какой рекламе? Дурачок, ты должен расклеить афиши по пути кое-что купить. Список на столе. Я великий артист. Я режиссер. Да, конечно, вы самый лучший. Как ты смел прервать одну из моих репетиций? Мне ужасно надоел твой голос. Ты уволен. Это ты мне? Не смеши меня. Хотя я уволен. Не волнуйтесь, мистер Люмей, он пошутил. Эй, он сказал, я уволен. Я уволен. Заплатили? Я уволен. Я уволен. Мы уходим. Братец Ит, это слишком. Простите, но он меня раздражал и мешал играть. Кстати, я сам решил стать режиссером. Ведь режиссура стоит намного дороже, чем игра в пьесах. Мне пора. Ларч, я готов, пойдем. Гомес, это моя вина. Изменив ему голос, я изменила самого братца Ита. Это не твоя вина, это... Хотя, да, это твоя вина. Волосы в порядке? Стало быть, если мы вернем его обычный голос, братец Ит станет прежним. Профиль не снимай. Может, еще не поздно. Я поняла, что мы напрасно изменили твой чудесный голос. Твой голос был таким особенным, необычным. Очень. Верно. Надо его вернуть. Прошу, повторяй за мной. Карл у Клары украл кораллы. Давай другую фразу. Давай, быстренько. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Глупая фраза, тебе не кажется? Прошу, сконцентрируйся, братец, давай. Прости, милая, но мне это надоело. Не бойся, Пагзли. Обещаю, что горячо и больно будет обязательно. Уэнсди сейчас не до игр. Я все равно это закончу, не волнуйся. Есть и конец. Обидно. Я хотел, чтобы ее увидели. Что ж, моя мама говорила, что если дети своих родителей не слушают, их надо просто гнать за шеи. Точно. Уэнсди, оставь немного смолы для Итта. Гомес, я же говорила тебе. Ты права. Но согласись, это было бы очень забавно, милая. Я считаю, что мы должны твердо сказать братцу Иту, что его манеры просто ужасны. О, да. А потом облить смолой. Нет. Нет, я сказал. Пусть позвонит моим людям. Есть, мистер Ит. Он сказал? Ужасный яркий свет. Можете не благодарить. Кстати, счет за новый лимузин лежит на столе.
Оплатите его. Я звезда и не могу думать еще и о деньгах. Верно, Занзибар? Да, мистер. Мистер Ип. Братец Ит, я прошу прекратить немедленно. Спокойно, Мартиша. Злость перестает. Кстати, Мартин Слаймер должен скоро приехать ко мне. Кто? Моя глупенькая Мартиша. Мистер Слаймер — это бродвейский продюсер. В смысле? Он занимается кино и телевидением. Но... Думаю, он предложит мне роль Гамлета, принца датского. И мы отправимся в Нью-Йорк на съемки. Поезжай. Мистер Слаймер. Ламбус, Мартиша, скажите, что я сейчас спущусь. Есть, мистер, сэр. Раскомандовался. У вас тут как в фильме «Смерть за смерть». О, благодарю. Я Гомес Адамс, а это моя жена Мартиша. Чудесно, но у меня мало времени. Где мистер Ит? Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Достойно ли терпеть без робота позор судьбы и оказать сопротивление? О, боже. Отлично. Что ж, роль ваша. Не скажу, что удивлен, но мне бы хотелось обговорить детали. Что угодно. Голливуд уже ждет. Голливуд? Но Бродвей в Нью-Йорке. Мадам, я еще снимаю фильмы. Работаю над картиной «Мерзкий волосатик». Мистер Ит будет играть главную роль. Что? Волосатик? Я играть? Как вы? Братец Ит, как не стыдно. Прошу. Дальше. Простите. Ты знаешь, кто я? Прошу вас. О, но отпустите меня. Мне же больно. Милый братец Ит, приятно слушать. Хотя роль мерзкого волосатика ему бы подошла. Да? Я бы взял Фестера. Смотрите, этот мистер Люмей поставил пьесу, которую написал и срежиссировал сам. «Смерть, гибель и крах». Едкая комедия о конце мира. Что-то знакомое. Гомес, это твоя пьеса. Он украл ее. Мне его жаль. У него нет таланта к режиссуре. Зато есть талант к бизнесу. Не так легко, как кажется. Да, непросто. Тише, пойдем спать. Пожалуй, пора. Я только сниму это. Не стоит. Марч разберет. Снимались Глен Таранто, Элли Харви, Броди Смит, Николь Фужер, Бетти Филлипс, Майкл Робертс, Стивен Фокс и Джон Де Сантис. Продюсер Виктория Вудс, автор сценария Фил Лесли и Кейт Фуллер, режиссер Рэнди Брэдшоу.